Всем привет! Как вы узнали уже из названия, я сегодня буду говорить с ботом. Сейчас я выйду на бота о матче, ну, на бота этого парня. Если что-то, этот сайт работает www.boybot.com, работает даже с этого, даже с андроида. Так куда меня перекидывает? Несовершенно. I'm bored? Что это? Я ему спрашиваю. Нет, это тот враг. Что, боже? Оригинально. Давайте спросим что-нибудь такое вот. Ну, что-то оригинальное. Где ты живешь? Я первый спросил. Я этого не говори. Ты какой-то бред несешь. Это ты бред несешь. Потому что псих. Чай не говорила, что ты пидор. Я демон Линха. Это был сарказм, тупица. И пятиуходник. Спасибо, в карман не положишь. Он меня, кажется, троллит. Я ему напишу какой-то бред, просто чтобы проверить, псих ли он. Ты кто, ёпт, возьми. Кто ты? Ты знаешь, кто я? Кто ты? А ты хочешь узнать, кто я? Нет, я не человек. Я демон. Ты мальчик? Я спрашиваю у него. Да я мальчик. Оригинальненько. Ну как сказать? Давайте перейдем к его сестре. О, тут еще можно поговорить с разными ботами. О, я хотел бы поговорить с этим чувачком. Кстати, это даже не чувак, а какая-то известная картина, но я так и не понял какая. Не помню. Спросим просто какие-то вопросы.
Кажется, она мне ответит. Выйдем. Тут еще можно разговаривать с каким-то с обезьяной. Нормально. А у тебя? Надо уроки делать. Так что делать? Собираюсь уроки. А почему не учишь? Что надо уроки делать, так что делай, собираюсь уроки. Это что? Так что делать, собираюсь уроки, а почему не очень? Ой, а как ты меня задрал? Ди. Ты такой скучный, но, конечно, ты же просто никчемная машина.